Иван издевается, он меня снегом кидает. Ах ты, нехорошо. Он, видите, сожрется. Во, злюка. Бу, фу-фу-фу. Брось каку. Брось каку, видите, все у меня это испачкал. Нехороший человек. Да. Сейчас я тебя тоже попозже. На тебе, на тебе. Как все, здрасте. Мы пришли тут, короче, спар. Смотрите, я тут что вижу. Пекинская капуста розовая. Я, кстати, вот такую еще ни разу не видела. А сколько она фиолетовая? 129 рублей. А обычная? Сколько стоит? Обычная 69. Ну, это совойская вот эта вот. Прикольно. Даже не знала, что есть такая. То есть она как красная капуста, походу. Интересно, а как ее выращивают? Подкрашивают или как? Кто знает? Интересно. Так. Кто это? Грузчиком подрабатывает братья из Африки. Удивительно. Так. Молоко у нас здесь всякое разное. Добавки. Ну, не, ну, поэтому мне молодец, правильно, что работает. Да, тоже ну, да. Салаты какие-то. О, перец, смотри. Рамира. Ну, это, по-моему, сладкий, да? Считается перец. Сладкий перец. Ну, если хочешь, можешь это укусить. Но... Брюссельская капуста какая-то, она страшненькая. Во, я там, смотрите, я там заметила, знаете что? Я там заметила манго. Вот. По 430 желтая. Но вроде как это тайская, ну фиг знает. Вован, Вован все искал, язык говяжий замороженный. 700 рублей за килограмм. Ну вон, но это уже взвешенное, да. Вот считаю, 865. Кстати, по 700 рублей более-менее нормально. Хоть, давай возьмем сразу язык. Давай возьмем. Какой? Побольше, поменьше? И вот. Здесь побольше, смотри. А здесь сколько? Ой, вообще на 1400. А здесь 2 грамм столб. Вот маленький, да? Это такие лобби. Ну давай, бери там маленький. Возьмем язык на Новый год. Потому что очень вкусно, можно будет сварить и сделать как этот. Чесночком протыкать. Вован, кстати, классно делает. Очень вкусно нам. То есть это взять еще надо, если там есть. Чего? Вырезку. Вырезку. Ну прям сейчас, что ли? Может быть, не сейчас. Ну, можно, кстати, на Новый год. Я вот майонез уже бы закупила. Давай, может, парочку? Ну, как раз он по акции пока. 99. 7 парочку. Да. Давай. Раз. К Новому году он все равно большой срок годности имеет, такой майонез. Кстати, давайте сразу проверим. Вот, не, он 24-11 сделан, а срок годности у него 90 суток. Да. Все. Майонез на Новый год у нас уже тоже есть. Видите, у нас уже покупочки идут к Новому году. Мы, кстати, скоро хотим съездить к родственникам Вована, вот, к родителям, вот, и отвезти им продуктовый набор на Новый год. Так сказать, небольшой подарочек. Что ты, горчичку хочешь? Да-да-да, как раз. Ну, он. Для этого, видишь, когда идет. Ага. Но мы вот брали, смотрите, вот, по-моему, вот такой мы, да, брали? Да, такой. А, не-не-не, вот, вот, вот. Вот мы брали. Вот мы брали. Вот. Ну, вот такая же она, вот. Ну, да-да-да-да. Только но здесь 312, вот видишь? 12 там. Ну вот здесь вот видишь, она прям чисто одни зерна. Нет. Как в уксусе. А здесь она прям видно хоть в горчице. Сейчас тебе скажу здесь что. Состав вода, семена белой горчицы, уксус, семена черной горчицы, сахар, соль, яблочный уксус. Ну понятно. Ну здесь это несколько видов уксусов. А я знаете, что хочу? Я хочу взять вот такие, может быть, гнезда и сделать вкусную пасту. Вот, со сливками, с грибами. Вот. Давай возьмем. Вон, вообще по 159 эти зерна. Да? Вкусно так отварить как можно. Их, это варит в бачок стоит. Да. Чтобы потом так же вычистить. Это вот, видишь, кстати, можно, аккуратно. Видишь, как сделать? Можно, кстати, фарш купить и сделать очень вкусно на завтра. Вот. Да. Или сделать самому, да. Сейчас пойдем. Иди, приходи. Эти тогда, или вот эти, да? Там есть, кстати, пачка, по-моему, таких. Во. А еще, кстати, смотри, для запекания тоже вот такие вот большие макароны. Большие, ну, в них, кстати, фарш закладываешь, классно не получается. Для запекания, для фарширования. Ну да, фаршированные. А вот такие ходовые-то, видите, нету акции. Хорошая, вон какая-то новая Барилла. Безглютеновая. Видите, безглютеновая.
Что-то я не понимаю, есть ли у кого-то это? По-моему, раньше вот никого не было. Видел такой болезни без глютена. Программу на блинкожах. Там чего? Это и Ивлев признался, как это кто его учил запарить правильно доширак. Ну и кто? Там этот Олег Ли. Олег Ли? И скорее. Че, хочешь, давай, бери доширак. Это правильно Лошек. Запаривать. Так, ну что, куда хтать будем? Мне кажется, нам нужно яйца взять. У нас это яйца быстро заканчиваются. Хотя ладно, в следующий раз. Так. Что ты там хочешь? Кудахтай. Кудахтай? А, вижу, вижу. Так, вот здесь у нас уже, смотрите, курица. О, смотри, индейка. А не утка запекает. Утка для запекания. Она уже готовая. Да, смотри-ка. Только запекаешь. Да, да, это да. Снимаешь, это снимаешь, запекаешь, да. Это делаешь на одну эту дырку. Да. А сколько такая стоит, кстати говоря? Утка в оригинальном маринаде, вот, 379 за штуку. А, не-не-не. Вот она. Не, а 2 килограмма 340 грамм. Вот. Ага. Вот ушко утки оригинальное в маринаде. В общем, это павловская. Здесь 2 килограмма. А это павловская? Нет, не павловская. А чья? А не знаю, чья. Утиная ферма. Центральная. Может, это? Не знаю. Ну, короче, вот. А, вот это полтушка, вот надо. Это вот павловская, да? А, значит, тогда это тоже павловская. А ты же смотришь уже в маринаде. Да. Крови много, это да? Это полтушка. Что, прикольно. Можно купить так, бросил все. Это целая утка. Ну. Значит, это вот. А-а-а. Есть еще крылышко утки. А вот тоже, смотришь, уже утка готовая. Это тушка. Она же еще разделанная, да? Хорошая такая. Окорочок утки. По-пекински. А, это окорочка? По-пекински. Да-да-да, видите, она в соусе уже такая вот прикольная. Ну, тут, правда, за полный вес. То есть, по сути, самой, самих... Здесь две ляшечки, я так смотрю. Вместе с маринадом, да. Вот. Вот тебе окорочок. Да. Ну, вот, кстати, можно как-нибудь утку приготовить. Мы ее еще никогда не готовили. Ну, в смысле, мы готовили утку, но не так. Так, здесь что у нас такое? Айсбан, свиная рулька. О, видите? Смотри, свиная рулька. Видишь, уже замаринованная, походу. Свиная рулька. Айсбан, свиная да. рулька. Да. О, шашлык, смотри. Крылышки гриль. Только где же гриль-то найти в наше время? Свинина, карбонат. Угу. Не, прикольно, тут выбор нормальный такой сегодня. И почем он? 477. Угу. А так же 700 рублей. Вот, знаете, вот помните, мы ели вот это стейки, да? То есть, по сути, берут вот такой вот стейк. Это рибай. У тебя был блейд. А где блейд? Здесь нету его. Рибай, да. Здесь вот, видишь, это стейк филе миньон. Филе миньон? И его это как вырезка. Из вырезки, это вырезка, по-моему. Вот так, это уже очищенная. Да-да, вот только говяжья, белый... да? Да, это угу. Белое, вот это очищается. Ну, и понятно. Вот, и вот так вот на, блин, здесь вот три кусочка, раз, два, три. Слушай, а я вот эти вот хочу попробовать. Эти, равиоли. Это помнишь, эти бочоночки сделать? Да-да-да. Вот это и есть. Не хочешь равиоли взять? Нет. Ну и зря. А мы завтра хотим сделать... Я поняла. Мы хотим завтра, знаете, что сделать? Сделать хорошие отбивные из свинины. У нас есть карбонат классный. Вот, как раз надо будет его сегодня разморозить. Я, наверное, завтра сама сделаю. Мне вот, вкусно. Вот исчезнет скоро. Нужно взять и морозилку кинуть. Ты думаешь? Да. А здесь вот нету вырезки? Нет. А есть она? Вон. Она только маленькая. Она страшненькая какая-то. Она страшная. Да, вырезка свиная. Видите, 329, но она страшная. Точно. Ну да, там-то она как-то посимпатичнее. А тут она сколько? А здесь по 359. Но здесь она более большая. Но она четкая, она, видишь, хорошая такая. Ее взять и в мою разилку бросить, все. Ну, бери две. Только нормально выбери покруглее. 856 вот. Выбери такую получше. Это как мы брали? 856 грамм? Давай вот такую. Еще одну давай. Все, к Новому году закупаемся уже потихоньку. Покруглее. 810 вот. Или вот такой, но здесь вот, видишь, не-не-не-не, это хвост. Давай пониже там поройся. Вот. А вот еще. Нет, а вон снизу, вон. Вот еще вырезка. Не-не, еще дальше ройся.
Вот она вся. Вот, вот, вот. Нет. Вот еще. О, вот тут большую возьму. Вот это? Да. Она небольшая. Не, а плоская? 843. Ну они все такие, да? Да. На 800. Ну, это самый крупный. Это тут 600. Ну-ка. И 700 грамм. А вот это вот? Нет, плохая. Вот сейчас. Сколько здесь? Здесь 700 грамм. Она плоская. Нет, здесь даже нету. 600-700 грамм. 800 уже взяли. Вот такой, давай возьми. Сколько здесь? 810. Ну все, две штучки на Новый год мы взяли. Так, что у нас еще по плану? Говяжка хорошая. О, смотри, какая хорошая говядина. Ням-ням-ням-ням. Хорошая говядина, да? Бедро. Мякоть. Мякоть, да. Хорошая. Такая говядинка. Давай возьмем котлетку. А давай фаршика возьмем, сделаем завтра. О, как раз я же взяла этот. Сделаем карбонара вкусно. Давай. Какой, говяжий? Давай возьмем говяжий и сделаем карбонара вкусно. Нет, давай карбонару. Говяжий и домашний по одной цене. Нет, я хочу говяжий вкуснее. Ребят, вот смотрите, видите, он там вот в карпах. Он плавает какой-то. Как видите, вот, ну, извивающаяся такая. Селитер. Как селитер, да, реально похож как селитер. Я не знаю, что это такое. Мне просто интересно, такой прям, видите, извивающиеся, такой длинные, видите? Это какашки. Думаешь, какашки? Да, они что-то какают. Ну, я не знаю. Ну, что-то вон их много, вон, смотри, видишь? Ну, да, их там вон что-то какает. Думаешь? Да. А у них такие какашки? Да. Не, просто как-то, видите, прям вот. Не знаю. Стремно как-то. Вот, конечно, у них аквариум так себе, по чистоте. У повара. А, да-да-да. Вот, а повара, да-да-да. Вот. Продавца. Вы постоянно говорите, почему Вова не идет поваром, да? Вот, смотрите, полная занятость. 30 тысяч. А ты в охране сколько получал за две смены? 30. У тебя даже 31 выходила. 32. Да, а здесь с 8 до 8, наверное, да? Или что-нибудь такое? 12 часов. 12 часов, да. Полная как занятость. Здесь? Вот, например, это повар в магазине Спарк. Пекарь 30. Да. Пекарь 30. А кондитер только кондитер 32. Сколько я. Ну да. Вот, а на работе у него там сидит. И то. Выписывает пропуска. Ты эти 30 тысяч не блин, получишь. Никогда. А почему? А все, что тырят, с них вычитают. Да? Да. А там со всего персонала снимают, да? Вот так вот. Еще так что вот так вот. Я... Ребят, видите, вон, видите, с нам мясо взвешивает. Это мы все к Новому году покупаем. Да, да, да. Мы забираете, да? Заверните, да? Заверните. Сколько там килограмм-то? Сейчас скажу, на сколько. Да, давайте. На сколько это? На 10 тысяч. На 10 берем. Ну все, берем. Да, да, конечно, берем. Вот тут, видите, пиво хотим взять. А видите, как они стоят? Сейчас, барабанная дробь. Тихо, тихо. Та-дам! Квест сделан. Квест сдан. Мы тут в Волконский зашли. Смотрите, как все красиво смотрится. Ну, цены, конечно, тут прям... Кетка. Крендельки. Да-да-да. Такие вот безе. Не, зефирки. Маракуйя. Ой, вот, смотрите, как красиво сделано. Мандаринки. Классно. 340 за 100 грамм. Тортик домик? Вау, офигеть, как красиво сделано. Да. Макароны. Разные. Это меньше. Больше, да. Они, наверное, тоже. Они тоже по граммовкам идут, да? Или за штуку? Вот, ух ты, как красиво. 1350. Ух ты, смотри, как красиво. Это пряничный, да, получается? Да. На Новый год вот так приобрести. Вот, видите, вот там они спокойно уже красивые, еще у нас снеговики. Ага. Ух ты, красиво, конечно, да. Снеговики эти 650 рублей. Ну, тут на стол поставить, так, знаете, очень классно. Да, тут много всяких разных. Сами. А елочка, вон, смотри, есть печенька. А с бычком нет? А, вон. И с бычком, да, вон, есть? Вон, вот это бычок. Ага. Нет, здорово. Конечно, очень красиво, но... Красиво. Вот хлеб Покровский.
классно. Очень классно. Это у нас Волконский кондитерская. Да? Здесь, по-моему, как я видел, по-моему, что? Это была чабата с луком. А вон, смотри, кекс. Кекс? Да, кекс. Рождественский. 650 за 500 грамм. Здесь выпечка всякая разная. Пицца. Киш в ассортименте. Не, вот эти вот, конечно, домики прям вообще красота. Все здорово. Меренги и прочее. Пармезан только. Так, надо валить отсюда. Пойдем, я не выдержу сейчас. Валим, валим. А тучи разведу руками. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та. И спрячу под семью замками. Я не люблю тебя, поверь. Ребята, еще раз здрасте. В общем, короче, добрались мы до дома. В общем, общий чек у нас на 3682 рубля. Почти на 4000 купили кучу-кучу мяса на Новый год. Мы реально, кстати говоря, покупали практически все покупки к Новому году. Сейчас быстро покажу. Так, ну здесь у нас вкусняшки, запрещенка. Здесь у нас, смотрите, вот такой вот вкусный пирог-сметанник. А, классный. Он у нас на 89 рублей. Вот такой пирожок. На ужин взяли вот такие вот вкусные. Это у нас куриная котлета сытная на 166 рублей. Это мы сейчас будем кушать. Так, и взяли два вот таких вот типа как котлетки а-ля драники. Вот, у нас на 61 рубль. Ну, честно, что-то, блин, не хотелось ничего готовить. У нас сейчас рыбка, у нас там пивко, у нас, кстати, будет кое-что отмечаться. Да-да-да. Ну, все это узнаете на Мукбанке. Так, в общем, вот еще купили. Ну, это, говорю, запрещенка. Ну, иногда, ну, неохота готовить. Понимаете, даже любой повар, я уверена, иногда не хочет готовить. А, теперь вот самое важное, что мы купили. Так, дальше. Смотрите. Еще взяли вот такую вот свинину. Точнее, свинина, ветчина из свинины. Чернышихинская на завтрак на 127 рублей. Вот здесь у нас 412 грамм. Запах просто балдежный. Девчонки, хорошая свининка. Кстати, первый раз вот такую ветчину беру на завтрак. Вот. Дальше. Что мы еще взяли? Мы взяли, сейчас я хочу сделать бутербродики с кусочки лосося слабосоленого замороженного сырья чили. Да, взяла вот такой красной рыбки. У меня есть вкусный хлеб георгиевский, есть масло вот это вот лососевое, да, и вот сейчас мы сделаем вот такие вот вкусные бутербродики вот такой вот вкусной рыбкой. Здесь у нас 218 грамм, она по 1499 на 326 рублей. Так, дальше. Взяла еще, хочу посолиться, горбуша холодного копчения. Она вообще в спаре была по 599 рублей. Прям, знаете, такой огромный пласт. Я попросила порезать мне на слайсере. Вот, мне порезали на 148 рублей. Здесь 248 грамм. Вот такой вот небольшой кусочек. Так, походу нам чек-то практически не нужен. Дальше. Взяла вот такую фольгу. Фольга, я не знаю, почем этого вам она взяла, потому что в прошлый раз фольга у нас закончилась. Так, дальше мы еще взяли на Новый год, мы взяли вот такое вот мясо, смотрите, вот такое вот мясо на 885 рублей, это у нас язык говяжий замороженный, мы его сейчас бросим в морозилочку, и у нас будет вкусный-вкусный язык на Новый год. Кстати, мы сейчас с Вованом уже, знаете, пока собирались там, ну, по магазинам ходили, уже обсудили новогоднее меню, вот, расскажем вам на Мукбанк. Так, дальше, вот такой вот язык. Кстати, почем у вас язык? У нас язык по 699 рублей 90 копеек. Так, дальше. Взяли. Еще завтра будем готовить. Я взяла говяжий фарш на 316 рублей 60 копеек. Здесь у нас 812 грамм. Хочу завтра сделать вкусный, наверное, знаете, как называется? Не карбонара. Ну, в общем, короче, с красным фаршем, с томатной пастой. Взяла еще, кстати говоря, сыр пармезан. Хочу, знаете, как сделать вкусно пасту, вот ту, которую мы взяли, да? На нее фаршик с томатной пастой обжаренной, с лучком. Кстати, знаете, зелень забыла. Вот это вот, конечно, косяк. Забыла купить зелень. Вот, ну ладно. И сверху еще прям потереть немножечко сыра пармезан. Я думаю, будет очень вкусно. Вот, поэтому взяли еще фаршик говяжий. Так, дальше. Вот, это вот у нас основное мы взяли на Новый год.
Вот таких вот две вырезки свиных охлажденных. Они по 359,90 за килограмм. Вот каждая у нас вышла. Вот это вот на 307 вырезка у нас получилась. Еще, кстати, сыр. Вот. А вот эта вот вырезка у нас вышла на 291 рубль. Так, 291 рубль, здесь 810 грамм. Но видите, они такие хорошие. Мы хотели, кстати говоря, взять вырезку, ну, свежую, то есть, которая у них там лежит, но что-то посмотрели, она какая-то не очень у них симпатичная. Вот, и взяли вот такую-то уже готовую. Она, видите, как запакована классно. Мы ее сейчас бросим в морозилочку, и у нас будет отлично лежать до Нового года. Да, вот, кстати, еще взяли сыр пармезан Дольче 40%. Он, кстати говоря, не дешевый. Он по 1289. Но, знаете, он прям реально такой вот камешек-камешек, потому что там был еще какой-то, знаете, русский пармезан по 600 рублей, ну, какой-то, знаете, он прям вот, ну, как будто вот обычный российский сыр, просто там чуть-чуть пожестче. А вот этот вот кусочек на 281 рубль, знаете, прям через мелкую терочку на нашу пасту, чтобы он быстренько-быстренько подплавился, я думаю, будет просто волшебно. Взяла вот такой маленький кусочек, здесь у нас всего лишь 218 грамм. Так, дальше. Еще у нас есть еще один пакет. Да. Продолжаем. Да, взяла вот такие вот пасту. Это у нас фирма Барилла. Это у нас гнезда паста, очень такая вкусная. Вообще мне Барилла, кстати говоря, нравятся макароны. Была акция по 159. Здесь 500 грамм. Вот такая вот паста у нас. Так, дальше взяли еще по 99 рублей за майонез. Упаковка, кстати говоря, он достаточно свежий, будет храниться как раз до Нового года в холодильнике, отлично себя будет чувствовать. Взяли целых две вот таких вот упаковки, по 99 рублей каждая, вот, на Новый год. Ну, хотя, знаете, у меня такое ощущение, что мы еще до Нового года их спорим. Дальше, еле-еле достала вот такое вот пиво, Вован взял себе Амстел безалкогольное, по 36 рублей была акция. Мы сейчас стараемся пить безалкогольное, потому что, ну, перед Новым годом у нас типа детокс, вот, ну, реально, кстати говоря, уже 2 недели ничего не пили крепкого, хотя нет, пили, да, один раз пили, когда у нас пришла очень вкусная рыбка от фишки, но сейчас стараемся держать себя в руках, поэтому взяли, видите, ноль, нулевка, прошу заметить, зафиксировать, господа присяжные заседатели. Так, также еще взяли вот такую вот томатную пасту, она, по-моему, 54 рубля стоит. Вот, ну, и Вован любит вот Амстел, а я себе взяла Балтику. Мне кажется, Балтика из безалкогольных, она самая такая вкусная. Вот, ну и вообще, в общем, у нас такая вот закупка получилась. Много купили мяса, кое-что купили к Новому году. Вот, ну и вообще, общий чек на 3682 рубля. Вот. Ну а что мы будем готовить на Новый год? Обязательно посмотрите на следующий мукбанг. Вот, там посидим, сейчас что-нибудь покушаем. Сейчас накрою стол. У нас все будет вкусно и приятно. Увидим с вами в следующих выпусках. Ребятки, всех люблю, всех целую. Спасибо. Пока-пока-пока. Увидимся.